Я говорю. Интервью с участниками Олимпиады студентов «Я профессионал», где мы разговариваем на серьезные и не очень темы. В каком направлении принимал участие в Олимпиаде «Я профессионал»? В прошлом сезоне я принимал участие по направлению строительства, также и прошел финал и стал призером. Зачем ты участвуешь в форумах? На самом деле, ты, когда находишься дома, то ты многого не знаешь, что где-то в другом городе есть. Когда ты приезжаешь на такие форумы, также спикеры дают очень много полезной информации, новой для тебя, которую ты даже на просторах интернета не мог найти. Также ты общаешься с ребятами, которые приезжают с Москвы, с Питера, рассказывают о других каких-то конкурсах, грантах, где можно поучаствовать и также зарекомендовать себя как-то. Это круто, приезжать на такие мероприятия. По всей стране, получается, у тебя друзья, и ты собираешься поехать в другой город, а у тебя там уже есть знакомый, с которым ты можешь встретиться, который тебе может показать этот город, просто увидеться. Денежный приз стимулирует к участию? Ну, не буду скрывать, конечно, является. Это, я думаю, для всех является таким крутым призом. Как бы за твои заслуги, ну, что ты не зря учил, старался что-то делать. Да, это приятно получить денежный приз. Почему ты выбрал такую специальность? Вернемся немного в мое детство. Где-то класс 4, наверное, 5. Когда была такая игра Sims, все в нее играли, ну все играли для прикола, там типа человечками там подвигать и его тут куда-нибудь отправить, там что-то сделать. Но там была такая крутая функция — строить дома. У меня даже была тетрадка такая маленькая в клеточку, где, а там в Sims в этой игре все в клеточках, ну вот эта зона, на которой ты строишь дом, она по клеточкам. Я сперва в тетрадке продумывал все планировки, где будут мебель стоять, где что, сколько этажей. И потом садился в эту программу не чтобы играть человечками, а чтобы строить дома. И у меня прям была тетрадка вся вот и в проектах вот этих вот. И это был 5-й класс, 4-й класс. И я уже тогда как бы прям, ну, хотел этим заниматься. И когда я окончил 11-й класс, вопрос как бы не стоял, куда поступать, на какое направление. Это 100% было строительство. Что ты мечтаешь построить в реальной жизни? Надеюсь, когда-то в моей жизни будет такая практика проектирования, также, возможно, участие в строительстве какого-то высотного сооружения. Красивый пример – это Москва-Сити в Москве. Хотелось бы принять активное участие в строительстве такого сооружения. Такое, это уникально, есть там над чем работать, это интересно. Ну и еще, конечно, построить свой собственный дом загородный, где будет все до мельчайших деталей продумано. Вот, и это для строителей, это, ну, я думаю, что все мечтают свой дом, такой маленькое уютное гнездочко. Что нового придумывают строители? Знаете, сейчас наблюдается такая тенденция, как подземное строительство. Вот, то есть на поверхности земли создается зона, зеленая зона, где люди гуляют, а под землей находятся полноценные торговые центры, бизнес-центры, и я думаю, что скоро таких центров будет очень много. Что расширяет кругозор студента? Кругозор студента, если брать пример строительства именно, то кругозор расширяет именно поездки в другие города, когда ты смотришь другую архитектуру, какая бывает, как вообще построены города, какие там бывают здания. Вот. Я сам из Оренбурга, и у нас в Оренбурге мало каких-то уникальных прям вот объектов. Вот. Когда ты приезжаешь, вот в прошлом году ездил в Сочи на зимнюю школу, сейчас в Самару приехал, тут есть на что посмотреть. Какие выводы сделал на данном этапе своей жизни? Какие выводы я сделал на данном этапе своей жизни? Это то, что нужно влезать в любой движ, стараться везде побывать, узнать что-то новое, потому что
сидеть на месте, если ты будешь, то точно ничего не узнаешь.